«Вещи в дар» – ярмарка под таким названием прошла в Стерлитамакском районе. Во дворец культуры в селе Загородное мог прийти любой желающий, выбрать себе понравившиеся вещи и безвозмездно забрать их. На представленной ярмарке можно было подобрать одежду на любой возраст, от малышей до взрослых. Также люди приносят для тех, кто нуждается, канцелярские товары, посуду, детские игрушки, обувь. Все собранные вещи в хорошем состоянии могут еще послужить новым хозяевам. Акция длится уже в течение 3 лет у нас. Она ежегодная, объявляется 2 раза в год. Вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые, аккуратные, опрятные. Но жители района преподносят такие вещи, которые даже совершенно новые. Акцию организовал районный волонтерский корпус при поддержке отдела культуры, комитета по делам молодежи администрации муниципалитета и централизованной библиотечной системы.